Ну что же, Лиза, конечно, молодец, она популярна в интернете, но все равно далековато ей до главных хитмейкеров соцсетей. Ну что же, устраивайтесь поудобнее, в интернете все большую популярность набирает видео так называемого диванного кота. Это, наверное, самое ленивое животное в мире, и живет оно на широкую лапу. Зовут его Раглз, семья из Торонто подобрала кота в канаве и теперь не может надышаться. Поза Раглза оказалась заразительной, теперь все, кто только может, снимают своих животных на видео именно в такой позе. Ну, кажется, котам это тоже нравится. Собственно, если у вас также животные себя ведут, присылайте нам ролики в наше приложение LifeFun. Мы покажем их в нашем эфире.